Затем одна часть отряда возвращается назад, а другая выходит из Саян по реке Косыр на плотах. Ну что ж, по поводу маршрута договорились. Еще несколько переходов по горным тропам, и участники похода вышли к последнему этапу маршрута – реке Козыр. Отсюда часть экспедиции должна будет спуститься по этой стремительной прозрачной реке, проложить путь в долину на плотах. Остальные вернутся вместе с проводником в Гутару. До свидания, Григорий. Спасибо тебе. До новой встречи. Лучший материал для плотов – сухие еловые бревна. Они мало намокают и долго сохраняют лучше. Строить плоты без единого гвоздя, без железных скоб и проволоки – само по себе немалое искусство. А для горной реки плоты должны быть при этом особенно прочными, чтобы выдержать удары о подводные камни, легкими, так как им нужна маневренность, и вместе с тем достаточно тяжелыми, чтобы их не швыряло, как щепки. К тому же они обязаны быть безотказными в управлении, обладать большой грузоподъемностью. Одним словом, иметь массу достоинств и никаких недостатков. Наконец, оба плота готовы. Плавание начинается. Первый день проходит напряженно. Осваиваются плоты. Изучаются особенности реки, ведь реки как люди, у каждой свой характер, свои привычки, свои капризы. Равномерно двигается гребень на носу и корме, внимательно наблюдает за рекой экипаж. На первом плоту пошли пятеро, не считая собаки. Она устроилась со всеми удобствами, не обращая внимания на красоты природы. Река все чаще встречает на своем пути каменные преграды. Все ближе подступают к ней скалы. Все упорнее перегораживает ее дно, гранитные пороги. И тогда на поверхности появляются тревожные буруны. Скалы теснят, сжимают реку. Она, словно стремясь ускользнуть от них, ускоряет свой бег. В этом вечном споре с гранитом река одерживает немало побед. Вот следы ее неутомимой энергии. Огромные котлы, выточенные водой и валунами. Причудливые каменные узоры, подводные пещеры и лабиринты. Все это сделано, конечно, не в один день. Здесь в счет идет на века и тысячелетия. Словно предупреждая об опасности, доносится грозный рев порога. Те
теперь держись. Стоит плоту чуть больше стать поперек течения, и тогда он во власти реки. Впереди еще более серьезные испытания. К нему надо подготовиться. Для этого высылается разведка. Она должна приглядеться, изучить противника, разгадать его слабые места, наметить задачу для каждого члена экипажа, определить, где пролегает та главная струя, которая поможет плоту ускользнуть от ударов порога. Порог приближается. Хочется остановиться, собраться с силами, но река не дает передышки ни на секунду. Волны со всех сторон наваливаются на плот и тянут в ловушку, на каменный барьер. Первый плот проходит удачно. Козырь будто спешит отыграться на втором плоту. Река врывается в узкое ущелье с отвесными гранитными стенами. Здесь скорость течения превышает 20 километров. Однако и это препятствие позади. Новый порог страшнее и сложнее предыдущих, но экипаж встречает его спокойнее. Уже появляется сноровка. Упустив добычу, река точно закипает от ярости, и эхо в горах откликается на ее рев. Но через несколько километров она успокаивается, смиряется, будто признает себя побежденной. Последний этап экспедиции, спуск на плотах, завершен. Снега уже прочно ложатся на вершины гор, закрывают перевалы и с каждым днем спускаются все ниже в долину. Путешествие в Саяны подходит к концу. Но в памяти тех, кто побывал здесь, навсегда останется этот суровый и прекрасный край, край нетронутой природы, который ждет сильных и смелых людей.